Қайырлы күн, брифингке қатысушылар. Өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңына қош келдіңіздер. Бүгінгі қонағымыз Ақмола облысының әкімі Ермек Боранбайұлы Маржықпаев, өңірдегі COVID-19 бойынша ағымдағы жағдай туралы баяндайтын болады. Құрметті Ермек Боранбайұлы, сөз тізгін өзіңізде. Мархабат. Рахмет. Құрметті ақмолықтар, жерлестер. Еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстандағы эпидемиологиялық жағдайын нашарлауына байланысты екі апталық ұлттық локдаун енгізу туралы шешім қабылдады. Мемлекет басшысы дер кезінде қабылданған қатаң карантин эпидемияның асқынуын болдырмай, уақытты созуға мүмкіндік бергенін атап өтті, бірақ өкінішке орай төтенше жағдай режимі тоқтатылғаннан кейін барлық карантиндік шаралар жұмсартылды. В этой связи в нашей области принято постановление о внедрении строгих ограничительных мер по предупреждению распространения заболеваний коронавирусной инфекцией. Информацию максимально доводим до населения в средствах массовой информации и социальных сетях. Ограничение режима работы непродовольственных, к примеру, при проведении похоронных мероприятий, участие не более 30 человек, ограничение режима работы непродовольственных, продовольственных объектов, общественного транспорта, пунктов общественного питания и многие другие. Об этом, обо всем мы сегодня поговорим с вами. На сегодняшний день в нашей области зарегистрировано 1513 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 545 симптомными проявлениями болезни, 968 бессимптомных проявлений. К сожалению, 23 с летальным исходом, прирост заболевших пациентов за неделю составил 4,5%, это 330 случаев заболевания. При этом за последние сутки 32 случая, это 2%. Медицинские организации области усиленно продолжают работать. Госпитализировано 1177 человек, из них в тяжелом состоянии находится, к сожалению, 38 человек. В крайне тяжелом 7 человек, выздоровело 330 человек. Лечение пациентов сегодня проводится уже в 10 инфекционных и 26 провизорных стационарах. Несмотря на проводимую разъяснительную работу, карантинные меры заболеваемость КВИ за последние 3 недели возросла 4,5 раза. Если мы ранее, КОВИД в основном распространялся в пригороде Нур-Султана, это в Целиноградском, Аршалынском районах, то сегодня повсеместно идет распространение в Жаркалинском районе, 11 раз увеличение, в Егидыкольском 6,5, в Бурабайском городе Степногорск в 2 раза. Имеет место случаи заболеваемости не только среди граждан, но и среди медицинских работников. За весь период заболело 43 врача и 119 средних медицинских работников. Среди них 70% заболело на бытовом уровне. На особом контроле вопрос расширения имеющегося коечного фонда и создания новых койко-мест для лечения больных с КВИ. Сегодня у нас по области развернуто с 837 до 2185. То есть за 3 недели мы увеличили койко-места практически в 2,5 раза. В инфекционных стационарах мы развернули 780 коечных мест. Занято 348 или около 50%. В провизорных стационарах развернуто 1355 коек, занято 977 или более 70%. Цифры каждый день меняются в такой вот живой динамике. В том числе за последние несколько дней мы дополнительно открыли 100 коек в Мариинском противотуберкулезном отделении от Басарского района, 30 на базе филиала реабилитационного центра «Арай», 20 на базе сельской районной больницы, куда мы будем расширяться в июле-августе месяце. Акмолинский областной центр фтизопульмонологии – это наш тубдиспансер, там 250 мест. Все остальное будет расширяться. Областная больница с 20 до 100, МОП-2 от 30 до 70, Кокшетауская городская многопрофильная больница на 40 мест, Аршалынская с 30 до 70. И вот таким образом мы в июле-августе вырастем на 1100 койко-мест. Параллельно проводится по поэтапному увеличению коечного фонда в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. До 1 августа будет развернуто в целом 5000 койко-мест для больных с коронавирусной инфекцией. На борьбу с КВИ выделено дополнительные средства на общую сумму 1,7 миллиарда тенге за счет резерва правительства, почти 600 миллионов тенге и более 1 миллиарда тенге – это резервы нашего местного исполнительного органа. На
850 миллионов тенге мы закупили средства индивидуальной защиты в количестве более 1 миллиона штук, 17 аппаратов ИВЛ для проверки инфекционных стационаров на общую сумму почти 400 миллионов тенге. Сейчас необходимым условием успешного лечения тяжелых больных опасной инфекцией является обеспеченность аппаратами искусственной вентиляции легких. Медицинская организация в области сегодня у нас в наличии 247 аппаратов. 135 – это наши портативные аппараты, 112 – это стационарные. Но этого на сегодняшний день у нас недостаточно, с увеличением койко-мест нам сегодня нужно приобрести еще 71 аппарат ИВЛ. На сегодня мы заключили договора на 17 единиц портативных аппаратов. Компьютерные томографы функционируют у нас сегодня в 6 медицинских организациях. Это понятно, что этот аппарат сегодня крайне необходим для определения состояния больного, в частности, легких наших больных. Поэтому сегодня мы работаем над тем, чтобы приобрести еще один аппарат. Также получена гуманитарная помощь в виде средств индивидуальной защиты в количестве 48 тысяч штук от крупных компаний Казахстана, зарубежных стран, Турции, Китая, США, Объединенные Арабские Эмираты. В последнее время участились жалобы по отсутствию внимания со стороны медперсонала, врачей во время обращения или лечения. Такая проблема имеет место быть. Острый дефицит медицинских кадров сказывается в целом на качестве предоставления медицинских услуг. На сегодня потребность приработающих 1640, вот на этом слайде очень хорошо видно, у нас дефицит составляет 413 врачей. При открытии дополнительных коек прогнозная потребность в медицинских кадрах составляет 1975 человек. Из них только врачей 403, 754 – это средний медперсонал, 818 – младшие медицинские работники. Мы все прекрасно понимаете, что большая внеплановая загрузка идет в наших больниц, соответственно, возникает очень серьезный дефицит наших кадров. Мы проводим большую соответствующую работу. В первую очередь привлекаем 133 выпускника Высшего медицинского колледжа, буквально с колес, они выпускаются у нас, буквально вот выпустились, и уже мы направили 35 фельдшеров для усиления служб скорой медицинской помощи, 7 городские поликлиники для неотложной помощи и 91 средний медицинский работник для оказания первичной медико-санитарной помощи. Но этого, конечно, недостаточно, поэтому мы сегодня обращаемся к нашим врачам, у тех, у которых работы нету, нашему медперсоналу оказать помощь в лечении наших больных. Прошу поддержать наш призыв. Одан басқа барлық епханаларда жедел бригадалар құрылды. Олар қажет болған жағдайда бақылау, жәрдем беру және ауруханаға жатқызу үшін шақырылуға шығады. Бригадалар құрамына дәрігерлер, орта медициналық қызметкерлер, фельдшерлер енді. Бригада сандық рентген аппаратпен жабдықталған, олар сол жерде ем тағайындауға және қажетті рецепт жазып беруге көмек береді. Учитывая большую нагрузку на поликлинике, службы скорой медицинской помощи, для оперативного дополнительно мы выделили 25 единиц техники, автотранспорта. Во всех медицинских организациях организована работа наших колл-центров. Для информирования, маршрутизации, психологической поддержки населения все телефоны указаны на сайтах медицинских учреждений. По поручению президента Республики Казахстан для стимулирования поддержки медицинских работников выделено более 550 миллионов тенге. По трем группам риска доплату получило почти 4200 человек. В канун дня столицы 15 медицинских работников нашей области за самоотверженный труд удостоились высоких государственных наград. Вместе с тем, в период чрезвычайного положения нами были выделены денежные средства в сумме почти 100 миллионов тенге на материальную поддержку медицинского персонала, не взаимодействующего непосредственно с больными коронавирусом. Много нареканий и жалоб было и есть со стороны населения по обеспечению лекарственными средствами наших стационаров. В частности, для лечения пневмонии, в том числе коронавирусной, требуется антибактериальная терапия препаратами CF3, CF4, цифуроксим, ванкомицин, физрастворами, другими препаратами. Да, к сожалению, такая проблема у нас была. Вопросами обеспечения лекарственными средствами мы занимаемся совместно с СТО СК «Фармация». На сегодня поставки антибактериальных противовирусных препаратов в необходимых количествах налажены. Вот буквально сегодня поступает еще препарат «Алувия» на склады ТО «100 Фарм».
Вопрос по медикаментам мы закрываем. К сожалению, появилась проблема по обеспечению лекарственными средствами аптечной сети. В дефиците стали такие препараты, как парацетамол, аспирин, противовирусные, ртутные электронные термометры. Здесь мы, можно сказать, работаем с колес. Буквально вчера ТУ «Аманат» поставил порядка 12 наименований медикаментов в количестве 11 тысяч лекарственных средств в аптеке области. Это очень большое количество жаропонижающих, противовирусных препаратов, это антибиотики. Раньше это была практически наша месячная норма, но, к сожалению, наши люди, наши жители покупают лекарства большими партиями, даже если нет в этом необходимости, берут про запас, буквально за день, за два у нас расходятся месячные нормы. Но при этом те, кто действительно нуждается в ним, не могут их приобрести. И, соответственно, создается ажиотаж. Или потом эти данные лекарства перепродаются уже совершенно за другие деньги. Кроме этого, лекарства вывозятся в наши соседние области. На постоянной основе мы проводим рейды мобильными группами, принимаются меры в отношении предпринимателей, необоснованно торгующих лекарственными препаратами. Буквально на днях нами выявлен факт незаконной продажи лекарственных средств в нашей области. Житель нашего города организовал на дому так называемую аптеку, где продавал востребованные медикаменты. Наши полицейские совместно с нами изъяли лекарства ибупрофен, аспирин, парацетамол. По данному факту мы возбудили уголовное дело. Ну, я хочу сказать, что такие случаи не одни. Есть и другие факты перепродажи лекарств. Облыс тұрғындарына тағы бір айтарым. Көп мөлшерде дәрі-дәрмек сатып алуды тоқтату қажет. Оларды дұрыс қолдану білу керек. Осылайша сіздер біреудің өмірін құтқара аласыздар. Тұрғындарға және карантиндегі адамдарға жәрдем беру үшін әр емхананың жанында кол орталықтар құрылды. Онда қалан дәріханаларда бар дәрі-дәрмектер, оларды қолдану жөнінде ақпарат алуға болады. На сегодня в области работают 3 лаборатории ПЦР-тестирования. Основная лаборатория – филиал Национального центра экспертиз мощностью от 800 до 1000 исследований в день. Из-за большой суточной нагрузки у нас в июне месяце был сбой. Вышли из строя 2 аппарата. На сегодня лаборатории мы привели в порядок, отремонтировали. Они у нас работают в круглосуточном режиме и проводятся в среднем до 1000 исследований в день. Кроме того, на территории медицинского центра Дивера функционирует мобильный пункт забора биологического материала на бесплатный экспресс-тест. Всего 17 апреля методом ПЦР мы провели более 770 тысяч исследований, экспресс-методом 3,5 тысячи. Сегодня у нас в наличии имеются 430 тест-систем, это практически на 24 тысячи исследований и 6,5 тысяч экспресс-тестов. Дополнительно ожидаем с Министерства здравоохранения расходные материалы. Это работа у нас на постоянной основе. Принятие жестких карантинных мер сегодня – это уже жизненная необходимость. Одна из главных причин роста инфекции – это безответственное отношение жителей к собственному здоровью, несоблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Продолжаются, к сожалению, нарушения требований постановлений наших утвержденных алгоритмов. Они есть у нас практически в каждом районе. Несмотря на текущую ситуацию, продолжают работать общественные бани, крупные магазины, другие объекты. До сих пор проводятся семейные мероприятия, свадьбы, поминки. К сожалению, наши земляки недооценивают, что это есть потенциальные очаги заражения. Многие объекты при соблюдении всех санитарных норм функционируют. Ни одно промышленное предприятие мы не закрыли в области. Все строительные работы продолжаются, иные объекты продолжают работать в режиме онлайн. В то же время хотелось бы сегодня поблагодарить тех граждан и наши организации, которые строго соблюдают правила карантина, тем самым способствуя стабилизации эпидемиологической ситуации в нашей области. Сегодня, если говорить о трудоустройстве, есть необходимость трудоустройстве по области порядка 6 тысяч вакансий в центре занятости. Основная часть, конечно же, в областном центре. Поэтому наша задача, как исполнительный орган, определить правильный баланс между карантинными мерами и вопросами обеспечения жизнедеятельности населения. Эпидемиологическая ситуация и дальнейшее усиление ограничительных мер напрямую зависит от соблюдения населением и предприятием противоэпидемиологических санитарных мер.
Сегодня самое главное не допускать халатности и безразличия, безответственности по отношению к своей семье, соседям, друзьям, коллегам и соблюдать санитарно-гигиенические требования в местах, которые вы посещаете или там, где вы работаете. Еще раз хочу подчеркнуть, что ситуация, обстановка очень серьезная. К сожалению, мы все сегодня вынуждены общаться с вами в режиме изоляции друг от друга, поскольку живем в условиях большой опасности, угрозы заражения коронавирусом. Әркім өзімен жақындарын өмір үшін зор жауапкершілікті сезінуі тиіс. Барлық қажетті эпидемия қарсы талаптарды орындай отырып, біз осы қиын кезеңнен бірлесіп өте аламыз деп сенемін. У нас от средств массовой информации и жителей региона поступает очень много вопросов, и позвольте зачитать наиболее часто задаваемые. Так, первый вопрос. Сегодня в аптеках дефицит противовирусных и жаропонижающих препаратов. Цены на лекарства с каждым днем растут. Где можно узнать предельные цены на лекарства? Куда можно обратиться, если выявятся факты завышения цен? По ценам. DRKZ есть приложение Министерства здравоохранения. Там четко конкретно написаны цены, по которым можно приобрести лекарства. Но я уже сказал, что за последние дни действительно, наверное, мы не были готовы к такому резкому увеличению больных. Но за последние дни мы наладили поставку лекарств в наши стационары. Это самое главное, там у нас находятся наши больные, средние, тяжелые. Кроме этого, я уже говорил, что компания «Аманат» сегодня поставляет лекарства в нашу аптечную сеть. И вот буквально вчера мы приняли более 22 тысяч наименований лекарств. Вот, которые, я так полагаю, что, наверное, на 2 недели у нас хватит. Поставка будет на постоянной основе обеспечиваться. Еще раз хотел бы обратиться к нашим жителям, вот, чтобы не брали впрок, а брали столько, сколько нужно лекарств для себя. Вот. Ибо эти лекарства кому-то могут не хватить. Сегодня ажиотаж по госпитализации больных по городу Кокшетау. Что нужно делать, чтобы положить человека с признаками инфекции в больницу? Ну, у нас алгоритм очень простой. Надо звонить на номер 103. Вот, бригада скорой помощи. Ну, здесь надо сказать, что в первую очередь мы выезжаем по звонкам первой и второй категории. Это наши тяжелые больные. Вот, коронавирус сегодня относится у нас к третьей и четвертой категории. Поэтому, наверное, какие-то задержки могут быть, причем потому что есть определенные жалобы на работу скорой помощи. Я уже связываюсь с другими вопросами, которые возникают у наших больных. В случае отсутствия необходимости по госпитализации, сегодня очень много у нас больных, это, скажем так, носители, вот, которых мы оставляем лечиться дома. Вот. Ну и, конечно, легкая и средняя тяжести, они тоже остаются дома. Но если ситуация усложняется, вот тогда, конечно же, госпитализация необходима, тогда мы двигаемся по алгоритму следующему. Звоним терапевту, которого закрепили, вот, обращаемся, и далее уже скорая помощь приезжает и увозит наших больных. Ну, здесь обратно у нас в последнее время возникли вопросы по работе скорой помощи, к сожалению. Вот каждая скорая помощь, которая занимается, увозит больных КВИ, должна быть обработана. На это у нас уходит час-полтора. Вот, соответственно, количество у нас больных увеличилось в 2,5 раза. Соответственно, и здесь у нас были определенные задержки. Сегодня мы создали дополнительные, скажем так, группы наших скорых помощи. Вот, в августе, сентябре месяце ждем порядка 50 автомобилей скорой помощи. Конечно, эта работа у нас на каждодневном контроле. Рахмет, еще несколько вопросов. Когда ожидается поступление лекарственных средств в медицинские стационары, в частности, антибиотики? Да, я уже сказал, что по антибиотикам, по вообще жаропонижающим, противовирусным лекарствам мы работаем с СК «Фармация». Вот как уже было сказано, что вот буквально на днях мы получили очень большое количество, 22 тысячи препаратов. Вот, ну, их практически в наших стационарах хватит на 2 недели. Мы на это надеемся. Но эта работа будет с нами налажена и на постоянной основе с Министерством здравоохранения совместно. Вы называли цифры по имени койко-местам и их загруженности. Получается, они все заняты, есть свободные койки. Тогда почему в социальных сетях так много историй, когда с больного с низкой сатурацией футболят, грубо говоря?
Да, такие вопросы у нас есть, но еще раз я хочу повториться, что госпитализация у нас проводится по медицинским показаниям согласно действующего лечебного протокола. Если бессимптомный, либо он больной легкой форме, или, скажем так, легкой средней форме, тогда этот больной остается дома. Но вот ажиотаж создается. Вот у нас сегодня из того количества госпитализированных, которые я назвал, ну, процентов, наверное, 25-30, это легкие формы заболевания, которые, конечно же, могли лечиться амбулаторно дома. Вот. Ну, вот сегодня они занимают, наверное, чье-то место. По койкам динамика у нас будет до 5000 мест, как я уже говорил, до 1 августа, это поручение главы государства, на 50% увеличить койко-места. Вот, соответственно, 5000 койко-мест мы открываем до 1 августа. Вот сегодня у нас большая работа должны провести по медработникам, которые должны обслужить такое количество. Вот, соответственно, будет работа идти по оборудованию, это ИВЛ, другая работа будет идти по скорым помощи. То есть это большая работа, которую мы сегодня планируем, чтобы ее систематизировать. Благодарю вас за ответы, у меня на этом все. Очень много вопросов у нас поступает по аппаратам ИВЛ. Я еще раз хотел бы сказать, что у нас сегодня в области работает 248 аппаратов ИВЛ, вот очень много жалоб. Вот все требуют аппараты ИВЛ, легкой степени больные наши, и средней степени. Вот ИВЛ аппарат, он дается только по назначению лечащего врача, вот в случае, когда больной действительно нуждается. Вот. Сегодня 247 аппаратов, 135 из них портативных. Что значит портативные? Это те, которые работают в оперативных условиях, это скорая помощь, это необходимо, пока больного довезем до палаты. И 112 стационарных. Стационарные – это те аппараты, которые работают у нас уже в реабилитационных палатах. Вот. Есть у нас вопрос, есть количество, которое не достает, но, как я уже сказал, что мы заключили договора на 15 аппаратов ИВЛ уже. И кроме этого, наверное, нам отчасти повезло, то, что аппараты ИВЛ, вот эти вот, скажем так, портативные, они производятся у нас, здесь, в Кокшетау, на заводе ТНС. И вот ближайшие, вот 17 было подарено нам, и в ближайшее время мы получим дополнительно еще 50 аппаратов в августе месяце от нашего завода в качестве спонсорской помощи. Эту работу мы с ними вместе проводим. На этом мы завершаем сегодняшний брифинг. Эрмек Баламбаевич, благодарим вас за предоставленную информацию. Уважаемые коллеги, до скорой встречи. Сау болыңыздар. Берегите себя.